То, что касается миграционной политики, заявлений там, одного из сотрудников, я так понимаю, высокопоставленных ФСБ об угрозе терроризма со стороны мигрантов. Опять, если мы возвращаемся к мигрантам, мигранты — это люди, которые, половина из них нелегалы, а они не имеют средств к заработку, а мы знаем, что все туристическое движение в мире питается, за исключением управляющих, тем, кто руководит этим, все солдаты берутся именно из бедных людей, которым предлагают какие-то блага или их семьям. Поэтому абсолютно точно, что в этом заложена большая опасность. Почему власть об этом заговорила? Ну, наконец-то, наверное, осознала, что нельзя об этом молчать. Хотя бы надо оповестить остальных граждан этой страны. Что делать с миграционной политикой? Вы знаете, она должна быть цельной и здравой. Если ты даешь команду «идите вперед», значит, все идут вперед. Если назад, все назад. Мы же тыркаемся в разные стороны. Но давайте сначала накормим своих, а потом предложим работу другим, если у нас не хватает людей. У нас своих много.